Добрый день, уважаемые коллеги. Правительство подготовило и сейчас уже приступает к реализации плана первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое, на обеспечение устойчивого развития экономики, социальной стабильности. Мы с вами эти проблемы обсуждали, причем многократно. Знаю, что вы и с депутатами работаете активно. Естественно, что первоочередными задачами этого плана являются обеспечение и поддержка промышленного, аграрного производства, банковской системы, рынка труда, малого и среднего бизнеса. Но главное, конечно, нужно обеспечить качественный рост экономики, не забыть про системные задачи, про диверсификацию экономики. И все это в плане есть. Безусловно, нам нужно исходить из того, что потребуются дополнительные ресурсы, имея в виду и то непростое время, в котором мы сейчас находимся, так же, как и в прошлые годы, когда мы сталкивались с проблемами внешней конъюнктуры. Мы использовали средства наших резервных фондов, в том числе фонда национального благосостояния. Напомню, что по состоянию на 1 января 2015 года объем средств ФНБ составляет 4 триллиона 388 миллиардов рублей. Вместе с тем, вы знаете, что значительная часть этих ресурсов размещена в различные финансовые инструменты, и в том числе в долговых обязательствах Украины размещено 169 миллиардов рублей. Это в долларовом эквиваленте 3 миллиарда долларов. Срок погашения наступает в декабре текущего года. Но мы, конечно, прежде всего должны использовать эти средства для своих нужд, и мы обсуждали, что могло бы иметь системный комплексный эффект для всей экономики Российской Федерации. Это, конечно, прежде всего инфраструктурные крупные проекты. Их тоже многократно уже обсуждали. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что в современных условиях далеко не все соинвесторы, особенно частные соинвесторы, в состоянии будут реализовать, обеспечить исполнение всех планов. А поэтому нам нужно самим внимательно посмотреть на то, что в этих условиях должно сделать и может сделать государство. Давайте все это проанализируем и примем потом окончательное решение.